Лучших спортсменов отберут не только в сборную края. Победители выступят на первенстве и чемпионате Южного федерального округа, а далее будут защищать честь края на всероссийском и международном уровнях. На этот раз, отмечают организаторы, количество участников увеличилось вдвое. Это порядка 200 человек. Смешанные боевые единоборства в Краснодарском крае становятся все популярнее. В городах, в том числе и в Сочи, открываются новые клубы. Смешанные боевые единоборства приходят в спортшколы, открываются официальные отделения в спортшколах. То есть мы говорим о том, что популярность вида спорта достигла того, что уже государство начинает в спортивных государственных муниципальных школах открывать отделения. Сильные команды приехали с края, то бишь с Краснодара, с Новороссийска. Это универсальные бои. Мы более лучше становимся, более подготовленнее становимся к жизни и более устойчивыми к внешней среде. В этом году многие ребята уже отбираются на мир, на Европу, как бы вот с первенства края. Но все больше и больше стало детей выступать, входить в школы спортивные. Новые отделения открыли в 10-й и 16-й спортшколах. В ближайшее время в Сочи откроются еще две секции по смешанным боевым единоборствам.